Тетрадь, что ли, сейчас? Попробуй, знаешь, как добавить мягкий знак. Ты ему объяснила, откуда брать, Лиза? Да. Окончание. Смотри, чтобы он писал правильно. Скажите мне, как вы в паре работаете? Вот, смотри. Показывай ей, откуда ты это взял. Вот. Вот это слово переписываем. Вот это. Давай вот это. Ты ей покажи, откуда ей списывать окончание. Вот. Вы можете карандашиком соединить окончание со словами. Вам будет удобнее так писать. Я хочу видеть работу пары. Не каждый сам за себя, а пара работает. Медведь. Ты сама драмин тоже пиши.